Палітыка – справа дарослых, дзецям, дзяцінства. Як і многія іншыя, такога погляду прытрымліваецца Ларыса Мяжэвіч, дырэктара Гомельскага абласнога аддзялення Беларускага дзіцячага фонду. Каб выразіць сваё меркаванне наконт таго, як сітуацыя навокал уплывае на псіхіку і настрой дзяцей, яна звярнулася ў нашу рэдакцыю. Кажа, набалела. Шкада дзяцей, асабліва падлеткаў, жыццёвы светапогляд якіх толькі пачынае фарміравацца. Вы, наверное, как никто заботитесь о детях, да? Вы мама, наверное, для огромного количества детей. И вот то, что вы обратились к нам в редакцию с просьбой высказать свое мнение, оно не случайно, и, конечно, вы имеете на это право. Понимаю, что политическая ситуация коснулась каждого из нас, у каждого свои взгляды на этот счет, но, наверное, самое главное – это сохранить детей, их психику, оградить их от того, что происходит вокруг. Вот расскажите, пожалуйста, каково ваше мнение? Но мне хотелось бы, конечно, обратиться ко всем взрослым, к родителям, что мы все в ответе за наших детей, за то, что самое ценное у нас есть – это здоровье детей. И Белорусский детский фонд в том числе заботится о детях и заботился постоянно о детях. Более 32 лет Белорусский детский фонд оказывает детям в сложной жизненной ситуации, помогая детям-сиротам, помогая детям-инвалидам, талантливым деткам-сиротам. Однако сегодня очень сложная обстановка стала. И родители, не понимая, выводят детей на эти несанкционированные митинги. Нужно обезопасить детей, не забывая о том, что мы в ответе перед ними. Дети должны учиться, заниматься спортом. Дети должны развивать свое творчество, быть среди своих сверстников и никого другого. Мы лишаем этого. Мы, взрослые, с вами в ответе перед детьми. Убедительная просьба ко всем родителям, ко всем тем, кто занимается воспитанием детей, подростков, молодых людей. Не вовлекайте в эти игры, ненужные для детей, ведь у детей очень слабая психика. Не нарушайте, сохраните жизнь детей, обезопасьте детей. Право детей на счастливое детство. И мы, взрослые, с вами не имеем права лишать этого наших детей. Дети – это наше будущее. И дети должны быть счастливы в своем детстве. Давайте мы вместе с вами защитим беззаботно наше детство.